Всем привет! Сегодня будет распаковка рефлектометра, рейс 45. Так, первый кармашек что имеет? В комплекте идет программа RAID 7 для работы с рефлектограммами. Компакт-диск на болванке. Руководство, формуляр, мини-рефлектометр, рейс 45, и паспорт там, руководство, паспорт, формуляр. Так, следующее, что у нас тут? Сам прибор. Сам прибор. Подключение проводов. Это, по-моему, регулятор согласования по сопротивлению. Так. Отсек батарейный. Аккумуляторы здесь пальчиковые, 4 штуки. Тоже зарядные. Это хорошо. Зарядка идет от мини-USB постоянного тока. Сам интерфейс. Так, давайте я посмотрим, что еще в комплекте идет. Так, само зарядное устройство. Производство Stel. То есть они сами производят устройство. Выходное напряжение 5,2 вольта. 1 ампер. В принципе, можно заряжать от любого пауэрбанка. Это очень удобно. Комплект проводов. Кабель USB 2.0 мини 1,8 метра для зарядки. Так. Кабель соединительный с крокодилами. Крокодилы тугие, для силовых кабелей, конечно, они не очень подходят, лучше переделать. Компорт. Так, еще идет BNC порт. Вот. Вот это, кстати, я не помню для чего. Это, по-моему, 50 Ом нагрузка, что ли. Это нам вот в инструкции прочитать. Так, сам прибор. Давайте попробуем включить. Кстати, он включается, надо раз, два, три и держать. Защита от самовключения. Сейчас еще раз. Раз, два, три. Не включается, видимо, сели батарейки. Оп.